Сейчас увидите той какого автомобиля. Вот там, который там лежит, Грант. Алексей – водитель той Гранты, которая после ДТП оказалась в кювете. Водители в белом Ларгусе и синей Гранте погибли. По словам Алексея, он ехал в сторону Кирова и стал сначала очевидцем смертельной аварии, а потом и участником. Меня обогнал водитель Ларгуса. То есть он меня обогнал, перестроился в свою сторону, в свою полосу, немножко отъехал и, видимо, удар. Я просто, ну, не видел там, небольшое расстояние было. Я не успел даже среагировать, затормозить и врезался в Гранту, которая выехала на встречку, которая двигалась со стороны Кирова. Ее отбросило сюда, меня отбросило в кювет. Был еще один очевидец, водитель «Газели». По его словам, аварию спровоцировал водитель «Синей Гранты». Якобы он выехал на встречную полосу. Он остановился, всем начал помогать, то есть и рассказал, что видел, что водитель «Синей Гранты» выехал на встречку. По данным полиции, погибшему водителю «Гранты» было 66 лет, а водителю «Ларгуса» 36. Также пострадал 37-летний пассажир «Ларгуса». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и условия автомобильной аварии. Сотрудники госавтоинспекции Кировской области обращаются к водителям и напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима в соответствии с погодными и дорожными условиями, а также недопустимости выезда на полосу встречного движения. Даже после проверки следователи, скорее всего, возбуждать уголовное дело не будут, так как оба водителя погибли. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия.